Бомж это искусственно красивый, хороший. Как у него красивый нож, рот, глаза и такое. Добрый день, дорогие друзья, с вами Гидеон. И сегодня у нас последняя серия нашего долгожданного самп игры. Да, последняя серия по счету. Пятая серия, последняя. Возможно, да. Все-таки мы играем с вами на Funny RP. Гидеон Тертайм, 10-й счет. Да. Если мы будем играть сам, у нас смотрите, сколько бабла. Как будто мы богаты. Как будто богаты. Можем все предъявить, купить с вами. Больница города Лос-Сантос. Главная обслуженная помощь, которая пригодится здесь. Служебный отдел. Палаты. Все как красиво построено, верно ведь? Неплохо все сделано. Особенно когда можно регистратура. Знаете, вот в России, в Российской Федерации я тоже замечал такие вот. Доступно, что-то, подожди, доступно к администрации мэра. Можно вот это сделать, но только доступно для администрации. Кстати, чтобы сделать, у нас присутствует много чего. Хороший отдел. Это просто отдел хороший. И мы выходим на улицу и уезжаем с вами. Так, окей. Игроков сегодня у них... Ох, дофигища у них. Хороший денек, походу. Нам повезло то, что 100 игроков. Но мы будем просто ехать по городу и смотреть по сторонам. Мы бомж, который хотим всего добра, а из не зла не хотим. Мы хотим всего добра и чести. Мы любим спокойную музыку, без всяких напряженных. Мы все любим. А бомжу позволим все деньги собирать, бабло собирать и подзарабатывать. Для этого есть меню Help. Вам выручат. Какие тут улучшение персонажа, например, решительность. Или Help дополнительно можно нажать. Да, все возможно. Кстати, неплохой сервак. В этом сервере присутствует все реальная жизнь. Да. Это божественно. Займите места, чтобы это не произошло. Блять. Весь игровой транспорт будет заспавнен. Да. Заспавнен. А, я накатаюсь, ладно. Что страшно, можно дома купить, к сожалению. Да. Дома это хорошо. Там уже едут другие игроки, тем более. Сэр и все такое. Так. Тут можно вступить банды. Банды. Хорошо тут банды вступать, правда это? Йо! Свободен! Словно в водопаде я свободен. Я, конечно, петь не умею, но привожу фактически тактику нашей сегодняшней серии. Я же Гидеон. Да, я спеть не умею совсем, но все-таки произвожу. И мы едем на транспорте, как будто мы поем песню «Я свободен». Да, вот эта песня вот моя. К сожалению, мало кто помнит эту песню просто. Ну, многие кто помнит. Тут можно поесть, кстати говоря. Еще нам можно предложить банду вступить. Мы можем вступить в банду других игроков. Балас, 23 ит. Ладно, окей. Кстати, ебать. Человек-паук, прям. Ладно. Ничего себе. Прям как разгромил, блять, помещение. А там машина только нам... На машине просто наплевать. Что-то я прям забавно. Давайте припакуем нашу тачку. Нашу замечательную машину. Мопентик. Все. И мы идем. Это улица Крустрит. Где можем тут купить дома. К сожалению, еще. К сожалению, мало тут грузов. Смотрите. Тут больше баллов. Тут вот раз грузец, так, два грузец. 3, 4, всего 4 человека. Мы можем попросить их, но мы можем сюда войти, но это только для грузов.
Для грузов. Неплохое это у них помещение. Это для грузов. Да, дисплейность аут. Вы не состоите в Groove Street Gang, в банде. Скажение, да, но там часто вряд. Ладно. Это тут все неплохо тут устроено. Мы выходим из этого помещения. Там какой-то бандит, по ходу дела. Мы уезжаем из этого прекрасного района. К сожалению, мало кто играет в самп, ну, Groove Street. В самп играет многие, но в дрифт севера очень мало игроков, чем в Roblox. Поэтому Roblox очень лучшая рекомендация. РП. Сокращенно РП. Так, едем отсюда нафиг. Так. 56. Чтобы отрезать скорость и лимит. Мы можем прекратить скорость лимита, да. Даже можем выключить, ну, убрать мотор, все такое. Тут мы можем купить оружие, но правда, новости. Александр, после собеседования трудовой закончен. Всем спасибо. А, это спецназовцы. Там мы видим банды из отсеков. К сожалению, у нас бабла, смотрите сколько. Ебать, сколько бабла. Я прям офигеваю. А разве на бомжа не дают 500 рублей? Или 100 там... Да, нам никогда. Мы можем попросить человека из банды, вступить в банду. Ну, к нему ехать и все такое. Это будет занимать много времени. Хотя, что-то... Это всего лишь банды. Банды мы не можем убить, потому что они слишком сильные. Блять, они тут ездят по сторонам. Хотя, да. Тут еще есть и, блять, игроки, которые, блять, шальшивые. Кто-то они на машинах ездят, так же на пед. Кстати, мы можем сюда пойти. Подождите, надо припарковать нашу тачку. Все, выключили. Ну. Мотор, все такое. Мы можем тут купить дом, только тут все дома уже заняты. Мы можем залезть на крышу и закричать. Так. Анимс. А, недоступно. Да, пока недоступно для бомжа, для банды доступно. Так, и мы можем засмотреть. Там у нас человек. Мы кричим. Такой кричим. Мы смотрим на небо. Как будто небо хорошее. И мы удивляемся тому, что это божественно, искусственно, талантливо. Ладно, я что-то переборщил насчет этого. Хотя бомж это тоже нормально. Паранормальное явление, точнее, да. Неплохой, да? Мы играем за крутого бомжа, который, блядь, везде паркурит по городу. Везде все крадет, везде все покупает бомж. Бомжу все позволено, да? Блять, к сожалению, маловероятно нас убивает. Стоп, подождите. Нас убило. Подождите, а кто? Ах да, у нас тут... Вот тут, вот этот место. Вражеская цель. Нас, блять, убили. К сожалению. А, нас банды убили. Мы оказали больницу. Излечим себе раны. О, не знаю как, но, блин, это возможно. Место запрещено драться. Я тебе поднимаю руку. Поднимаю руку. Помогите! Я помру сейчас. О, телевизор. Крутое начало. Давайте посмотрим телек, окей? Ты. Ладно, посмотрите телек и валим сюда. Это только для... Опа. Там для помещения. Мы уходим из этого. У нас здоровье быстро прибавляется, да. В любое время мы можем выйти, да, и можем подойти к продавцу, для покупки, нажмите Х, так, покушали с вами, хорошую еду, нельзя есть так часто, иначе мы потолстеем, арендовать, и поехали, вот такой вот крутенный сам, ссылка на ИП не будет, но вы пишите в комментариях, какой ИП, я вам скинул в комментариях. Нас убили банды, хотя я хотел по-мирному все решить. Сука такая. Как же все это ебать? Ладно, извиняюсь за выражение. Ну ладно, у нас мопед. Крутой мопед. Мы едем.
Ну, вообще, нашего старого друга, Биг Смоук. Ладно, шучу. Тут свататься можно, свататься устроиться. Хотя, нам говорят, что, тут запрещено ездить. Блять, я прям офигеваю, сука. Тут этот разгуливает банды. Отцы и кошли средства баус. А, прикольно. То, что тут шли. Так, стоп, нам надо Лос-Сантос. Бля, нам говорят то, что тут отделение все. Так, давайте-ка ведем с вами Хелл. Так, личные настройки, основные настройки. У нас все выключено. Давайте-ка едем туда нафиг. Мне уже надоело тут. Мы бомж, а везде все раскуливаются по зону. Не зря, кстати говоря, мы не послушали того чувака, ну, который из Вузиму, что ли. Хотя фиг знает, ладно, идем нафиг. Едем так. Что я хотел сказать по поводу серии? Сам неплохой, серия неплохой, все хорошо, но не хватает недостатки, как-то серия все-таки такое. Сервис отсутствует, все на свои места. На свои места. Ладно. Что я еще хотел сказать? Мы едем с вами в Грустрит, что ли? Бать. Тихов слишком много. Они меня сразу убьют. Так что не будем им мешать. Так. Ладно. Сейчас. Так, все, едем. Мы с вами почти приехали. Ну, кстати, вражеская цель это на вот это наши враги. Они рядом с нами надо уезжать. Нахуй, к черту все. Ебать. Мы так далеко езжаем, то что долго уже играем, к сожалению. Можно покушать, кстати говоря. Ну, владелец тут у нас уже. Уже бизнес, бизнесмены уже начали зарабатывать игроки. Не будем мешать. Я рекомендую этот сервер играть. Я этому серверу оценку ставлю примерно 8,9 из 10. Этот сервер заслуживает всего. Он на самом деле есть. Только отсутствует денежных средств. Разве в начале игры дают бомжу миллион? Разве бомжу дозволено разгуливать по помещениям, все такое? Разве администраторы сервера, создатели сервера не следят за тем? И мы можем спокойно умереть. Да, это у нас дозволено все. Хотя бомжу это не дозволено, он же у нас бомж, а бомжи должны все делать по закону. О! У нас сообщение пришло, то что бомж на все остается. Давайте-ка на этом все закончим, да? С вами был я, Гидеон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А бомж, бомж у нас такой смотрит, красивые глаза, нос, рот и да и прочее. Он смотрит и думает об вас, обо мне, какие же мы добрые люди. Сделали все уютно. На небо смотрит и молится. Ладно, пока-пока. Прощай, Самп. Это был Самп. Да, это был Самп. В общем, пока-пока, увидимся с видео. И мы снова в больнице. Оставляем в ХП. Да. Ладно, давайте закончим с вами серию. Это была последняя серия Сампа. Всем удачи, всем пока-пока. Это была божественная серия. Надеюсь, вы оцените и поставите лайк. А также прокомментируйте эту серию. Последнюю серию. Телевизор. И динамики. Хорошо. Удачи. Бомж следит за вами. Он же бомж Олег. Бомж Олег! О, бля!